совсем старик, на особицу поклоняться. Он заговорит. Это он меня уважить хотел, чтобы я пекло, да не припекал. Да, не грину, а так не жгало. Нет, нет, нет. А мороз говорит. Это он мне поклонился, да. Чтобы я его не слишком морозил. Жары-то он не так боится, как холода. Вручили себе бы только как мраза. Не стерпел тут ветер. Много вы понимаете. Это он мне поклон отвесил, потому как меня он больше всех почитает. Как же? Почитает он тебя, Петродуя. Скажи мне, кому ты нужен? Ну ты по 100 грамм. Слово за слово. До того дошло, что за чубы схватились. Трепли друг друга, а толку никакого. Никто никому не уступает. Кричат друг на друга. Нет, да разве есть у меня сильнее? Да разве есть у меня лютее? Да я вас обоих за пояс. Пусть правило бы за шару. Спорили они, спорили. И решили самого старика спросить. Догнали его и говорят. Послушай, приятель, реши ты наш спор. Вот. Кому ты там на особицу поклонился? Ветру. Кому же, как и ему? Доволен ветер. Посмеивается. Ну что, чья взяла? Смеется ветер. Да в ус себе тихонько дует. А солнце и говорит. Ладно же, я твоего старика. Словно рака испеку. Спеку габу, свару габу. Будет меня помнить. Ничего ты ему не сделаешь. Когда я подую, быстро холод ко мне потянет. Кого он запихал, вот такой завел хлад. Да что, я этого голубчика как сосулку замару. Вот еды на свечу габу смарзню. Не страшно, не пугай. Не буду я подувать. Не буду я подувать. Так ничего ты своей силой не сделаешь. Уж это дело известное. Мороз, мороз не мороз, когда ветра нет. Вот почему мне уже почету всех больше. Старик, видать, умудренный, а вам, простакам, и не вдомек. Старчики, учить но моды вам припросто же, а не ясно ничего.